Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. В этом видео я хочу вам рассказать о таком хитром устройстве, как термоаппликатор Микрон. Термоаппликатор применяется для установки страз декоративных элементов на клеевой основе практически на любой поверхности. Многие могут сказать, что зачем покупать термоаппликатор, если стразы можно приклеить и утюгом. Но не стоит забывать, что существуют ткани, которым утюг просто противопоказан, например, бархат, замша, шифон. Используется также термоаппликатор для декоративных украшений, декорирования украшений, таких как стразы, жемчуг, кристаллы. Можно декорировать элементы одежды, головные уборы, перчатки, ну что хотите, кошельки, обувь. Ну, давайте рассмотрим сам термоаппликатор. Вот он выглядит вот так, очень удобно держать в руке, почти как ручка, да, толстенькая такая. У него удобная регулируемая ручка с резиновой вставкой, предотвращающая выскальзывание инструмента. Также мы тут видим ручной переключатель включения-выключения, он со световой индикацией, достаточно длинный провод. В наборе идет подставка для термоаппликатора, который нам дает возможность его отложить горячим, да, включенным, и работать, например, со стразами или элементами. В наборе идет 11 насадок, 6 насадок для страз, самая большая для стразы 7 мм и самая маленькая для страз 2 мм. Также две плоские насадки для каких-то декоративных элементов, два утюжка, которые применяются, например, в технике пичворк. Ими можно прокладить любые труднодоступные места, куда нельзя подлезть обычным утюгом. Также одна насадка плоская 11 мм для больших декоративных элементов. Благодаря специальным насадкам и при использовании термоаппликатора происходит равномерное нагревание страз, что, соответственно, ведет к качественному их приклеиванию. Если вам понравилось видео, не забываем ставить лайки и обязательно подписываемся на мой канал.